пессимист человек, который как ленивец. Это человек, который оптовый, опт. От слова опт. А опт это уже это удобно. Удобный человек. Оптимист называется. Удобный. Пессимист это противоположный оптимист. Он такой, ну, не очень удобный. Ну, я знаю, почему его так назвали. Потому что мастерит всякие штуки. И он еще делает много залежак. Он пессимист, человек, который ничего не делает. Это тот человек, какой постоянно плачет. Потому что он постоянно на всех обижается, постоянно вечность, вечность, привечность. Ну, он может чего-то не знать. Он может плохо учиться. Если это ребенок, а если он взрослый, то плохо учился. Пессимисты всегда плачут, грустные. Всегда. Это просто ненормально. Для кого? Что? Для кого? Чтобы хорошо быть хорошо. Очень всегда быть хорошим мальчиком. И еще быть отличным бегуном. То, что постоянно обижаться, это, во-первых, скучно. У тебя не будет друзей, и это очень-очень-очень-очень скучно и неинтересно. Я не понимаю, почему они такие грустные?